кадровые изменения из структуры администрации Ненецкого округа выбыл один из заместителей губернатора. В увеличенном размере обещанное повышение региональных доплат пенсионеры ощутят в декабре. Квалифицированные кадры для тундры. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме появится новая профессия. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. У Ненецкой агропромышленной компании есть возможность для развития и молочного, и мясного животноводства. Об этом заявил Александр Цибульский после посещения тепличного комбината «Солнышко» и Наринмарского отделения животноводческого комплекса. Осмотр производственных объектов агропромышленной компании начали с «Солнышка». Теплицы пока пустуют. Зимние месяцы для местных аграриев – время подготовки к следующему сезону. Первая рассада овощей будет высажена здесь через несколько месяцев. Огурец выращивается в два ряда. Здесь работают тепличницы, у них свои каталочки. И вот ежегодно мы выращиваем где-то до 70 тонн огурца выращиваем. Начинается огурец у нас с марта месяца, а заканчивается, как правило, конец октября. Сейчас в одном из основных парников, где выращиваются огурцы и томаты, продолжается ремонт, а именно производится монтаж боковых стен из специального материала. Кроме того, работники комбината занимаются подготовкой грунта, а также в планах на ближайшее время приступить к проведению пусконаладочных работ новой котельной. Что касается увеличения производства, то оно невозможно без новых теплиц. Возводить их начали еще в 2011 году, но кроме фундамента подрядчик так ничего и не построил. Следующим объектом стала ферма. Директор агропромышленной компании Анатолий Чудочин показал главе региона, в каких условиях содержится скот, из чего формируется кормовая база, а также рассказал, как предприятие добилось увеличения надоев молока. Если в 2014 году мы доили на корову 4680, то в прошлом году мы уже надоили 5280-600 литров на корову добавили. А там много корма, отношения. То есть мы в 2013 году полностью пересматривали нашу заработную плату. У нас все, кто работает с выработки, поэтому оленевод, доярка, скотник, они понимают, чем не больше надоели, тем больше получили. То есть привязаны к результату. Все к результату. Речь зашла и о субсидировании округом производителей молочной продукции. Руководитель компании отметил, что за три последних года ситуация с животноводством и переработкой молока изменилась в положительную сторону. И как раз таки за счет окружных субсидий. Финансовая поддержка производства позволила получить дополнительные средства на развитие и обновление основных фондов. В частности, уже начато строительство нового телятника в Тельвиске. В завершении рабочей поездки Александр Цибульский попробовал местную продукцию. Глава региона остался доволен и при этом высоко оценил натуральность молочных изделий. Мне очень понравилось, что компания делает практически весь спектр и молочной, и кисломолочной продукции. Мы вот с коллегами все попробовали, все очень вкусно, и что самое главное, все натурально. Это такой большой плюс, который обязательно надо постараться сохранить. По сути, там только в йогурте немножко добавляется закваску сухого молока, все остальное – это абсолютно натуральные продукты. Это крайне важно здесь, в условиях севера, где действительно климатические условия должны обеспечиваться качественным питанием. Поэтому будем развивать эту компанию. Компания должна покрывать внутренний спрос всего округа. И я думаю, что у нее для этого есть все возможности. Также Александр Цибульский заявил, что в ближайшее время с руководством компании состоится дополнительная встреча, где стороны обсудят дальнейшее развитие производства. Надежда Качегова, Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север». В Ненецком округе будет разработан закон о развитии сельского хозяйства. Соответствующее поручение главы региона Александра Цибульского дано по итогам ежегодного сельскохозяйственного совета, где аграрии и окружные власти обсуждали необходимость создания единого документа, который регулировал бы развитие всей отрасли. Разработкой закона займется Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время на территории региона действует единственный региональный закон в сфере сельского хозяйства – закон об оленеводстве. Тем не менее, в округе есть и другие отрасли агропромышленного комплекса, требующие определенного регулирования. Предполагается, что документ будет регулировать финансовое обеспечение окружной программы по развитию сельского хозяйства, определять цели и условия предоставления мер государственной поддержки, ответственность субъектов деятельности в отрасли. Также, по словам специалистов профильного департамента, в законе необходимо отразить вопросы развития товарного рыболовства, а также единой системы заготовки, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции.
Помимо этого, в законе будут отражены вопросы материально-технического и ресурсного обеспечения отрасли и ряд других актуальных вопросов. При подготовке законопроекта профильный департамент планирует изучить опыт других регионов страны, в первую очередь регионов арктической зоны. На территории Ненецкого округа стартовала убойная кампания. Ее начал сельхозпроизводственный кооператив «Ижемский оленевод ИКО». Как сообщил председатель этого СПК Константин Личутин, оленеводы начали работы на построенном в этом году новом убойном пункте в районе Шапкино. Работы там уже завершены. На забой было направлено 1700 голов. Сегодня убойную кампанию продолжат другие бригады «Ижемского оленевода ИКО» в районе Инзырея. В рамках убойной кампании данная СПК планирует забить на трех убойных пунктах 14 тысяч голов оленей с учетом стад оленеводов-частников. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, массовая убойная кампания на территории Ненецкого округа начнется в конце текущей недели. Для ее начала необходимо наличие снежного покрова и отрицательных температур. Некоторым бригадам хозяйства для перегона стад к убойным пунктам понадобится преодолеть несколько рек и озер, которые пока не замерзли. Планируется, что после 15 ноября к забою приступят в СПК «Харп». В этом сезоне сельхозпроизводственный кооператив планирует направить на убой около 3,5 тысяч голов оленей и заготовить около 120 тонн оленины. Большую часть заготовленной оленины направят в промышленную переработку. Всего в предстоящую убойную кампанию на убой планируют направить 38,2 тысяч голов северных оленей. Это позволит произвести до 1,3 тысяч тонн оленины. Большая часть сырья, 850 тонн, будет направлена в промышленную переработку. Остальной объем будет реализован населению. Окружные депутаты предлагают изменить условия использования средств регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, разрешив многодетным семьям расходовать средства и за пределами региона. С такой просьбой в адрес парламентариев обратились многодетные родители округа, члены клуба «Семья». Улучшить свои жилищные условия с помощью средств регионального материнского капитала многодетные семьи могут только на территории Ненецкого округа. Такова норма закона. За время его действия с 2011 года на улучшение жилищных условий было направлено 310 сертификатов на общую сумму более 90 миллионов рублей. По мнению самих многодетных семей и поддерживающих их депутатов, справедливым будет разрешить использовать средства регионального материнского капитала на решение жилищных вопросов на территории всей Российской Федерации. Может людям дать какие-то возможности, облегчить им вот, исполнение как раз основной цели материнского капитала. Это обеспечение, улучшение жилищных условий как раз детей, которые в частности где-то учатся. Поэтому, коллеги, большая просьба поддержать. Напомню, окружной материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующего детей. В 2017 году его размер составляет 366 тысяч рублей. Более детально вопрос обсудят на заседании комитета и вынесут на рассмотрение сессии в первом чтении. Еще один законопроект, внесение которого инициировано депутатами, касается региональных доплат к пенсии. Напомню, с 1 ноября их размер составляет 3108 и 3,5 тысячи рублей. Право на получение средств имеют те пенсионеры, чей индивидуальный совокупный доход не превышает трехкратный величины прожиточного минимума пенсионера. В него входит заработная плата, пенсия, социальные компенсационные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. В связи вот с такими обращениями граждан, представленным проектом закона, предлагается с 1 января следующего года исключить из указанного перечня видов доходов пенсии, которые получают работающие пенсионеры, место работы которых расположено на территории Ненецкого автономного округа. По информации Анатолия Мяндина, сегодня более чем 1200 пенсионерам отказано в получении региональной доплаты к пенсии в связи с превышением индивидуального дохода трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Ненецком округе. На сегодня это 63 147 рублей. Законопроект получил положительное заключение временно исполняющего обязанности губернатора и будет вынесен на сессию для принятия в двух чтениях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В текущем году на субсидирование пассажирских авиаперевозок в Ненецком округе направлено почти 200 миллионов рублей. Львиная доля от этой суммы, почти 148,5 миллионов рублей, направлена на субсидирование межмуниципальных авиаперевозок, оставшаяся часть – межрегиональных. Межмуниципальные перевозки выполняются Наредмарским объединенным авиаотрядом. С предприятием заключено соглашение о предоставлении субсидий при осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и специальным тарифам. По информации авиаотряда, предоставляемая субсидия покрывает порядка 40% фактической себестоимости перелетов.
Всего за 9 месяцев текущего года внутренними авиарейсами перевезено 16 590 пассажиров, в том числе 7 216 билетов было приобретено по специальному тарифу. Он предусмотрен для детей и студентов до 23 лет включительно, а также женщин старше 50 лет и мужчин старше 55. В Ненецком округе также регулируются тарифы и по межрегиональным маршрутам. Благодаря окружной поддержке жители Ненецкого округа могут приобретать билеты по сниженной цене в Иркуту, Инту, Усинск, Архангельск, Сыктывкар и Киров. Для частичной компенсации недополученных доходов по данным направлениям профильным департаментам заключены соглашения с компаниями Коми Авиатранс, Нарьян-Амурским объединенным авиаотрядом, Нордавиа, Псковавиа, а также вторым Архангельским объединенным авиаотрядом. За три квартала 2017 года на межрегиональных направлениях по регулируемым и специальным тарифам перевезено почти 12 тысяч человек. На минувшей неделе представители окружного департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ Ненецкого округа проинспектировали дом номер 22А по улице Губкина. Напомню, жители дома были недовольны качеством проведения капитального ремонта в их доме. Одна из проблем, с которой они столкнулись – резкий запах канализации в нескольких квартирах. В текущем году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта выгребные ямы в доме номер 22А по улице Губкина заменили на септики. С тех пор в квартирах и появился неприятный запах канализации. По результатам работы выездной комиссии Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено проработать и предложить жильцам варианты решения данной проблемы. Как нам сообщили в профильном окружном департаменте, ранее жильцы дома были против проведения работ внутри своих квартир. Что касается бетонных плит, которые на период проведения земляных работ были демонтированы подрядчиком с проезжей части и складированы возле дома, следующим летом их вернут на прежнее место. Не дай себя обмануть. Свой профессиональный праздник отмечают те, кто всегда стоит на страже правопорядка. 10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. Тех, кто оберегает наш покой и ведет борьбу с преступностью, чествовали во Дворце культуры «Арктика». Там состоялся праздничный концерт с участием приглашенных руководителей и представителей органов власти Ненецкого округа, местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов. Начальник окружной полиции Олег Яковлев поздравил сотрудников управления и ветеранов с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей и вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарственные письма, медали и нагрудные знаки. Сегодня, 10 ноября, отмечает столетие советская милиция. Это наша история, мы об этом помним. Хочется сегодня поблагодарить членов семей сотрудников органов внутренних дел. Они сегодня переносят все тяготы лишения службы совместно со своими мужьями, женами. Всем огромное-огромное спасибо. С поздравительным словом к представителям одной из самых важных и ответственных профессий обратился глава региона Александр Цибульский. Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. Уверен, что каждый из вас каждый день осознает возложенную на него ответственность, ведь от результатов вашей работы и зависит мирная жизнь и спокойствие граждан, их уверенность в завтрашнем дне, стабильность и социально-экономическое развитие всего нашего округа. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального долголетия, успеха служения Отечеству, счастья и благополучия вашим семьям. Днем и ночью без выходных и праздников сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту. От эффективности их работы зависит безопасность жителей округа. Этот день поистине является народным и олицетворяет собой все самое лучшее, что связано с безопасностью нашей страны, общества, человека и гражданина. Отдельные слова благодарности разрешите выразить нашим ветеранам, нашим сотрудникам, которые сейчас проходят службу в горячих точках нашей страны. И тем сотрудникам, которые сейчас находятся на боевом посту. Разрешите пожелать вам, чтобы в самых глухих дебрях нашей тяжелой, но такой важной службы всегда оставалось место любви и радости. С праздником! В рамках официального мероприятия для сотрудников окружной полиции состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры «Арктика». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Региональная молодежная общественная организация «Фотостудия Блиц» объявила конкурс социальной рекламы «Не дай себя обмануть». Конкурс нацелен на привлечение молодежи к социально значимым проблемам общества и развитию киберграмотности среди старшего поколения. На подачу заявок от молодых жителей Ненецкого округа в возрасте от 14 до 30 лет осталось 2 недели.
Заявки и конкурсные работы принимаются в региональном центре молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи до 26 ноября. Работы будут рассматриваться в двух номинациях – плакат и видеоролик. Ознакомиться с требованиями конкурса можно подробнее в положении о нем. По итогам лучшие работы будут растиражированы в виде плакатов, баннеров и видеороликов в окружном телеэфире. На тираж социальной рекламы, созданной руками окружной молодежи, фотостудия «Блиц» получила финансовую поддержку из региональной казны в рамках конкурса грантов для социально ориентированных НКО. На поддержку проекта, направленного на профилактику мошенничества среди пенсионеров, власти региона выделили 250 тысяч рублей. Две школьницы из Ненецкого округа стали финалистками Всероссийского фестиваля для юных художников «Уникум». Финал конкурса пройдет с 15 по 18 ноября в Санкт-Петербурге. Заслуженные награды призерам и победителям вручили в детской школе искусств. В число лучших юных художников страны вошла Ксения Зырянова, воспитанница детской школы искусств с работой «Зимний пейзаж». Она была признана победительницей на региональном этапе фестиваля. Также ее работа прошла федеральный заочный этап. В номинации «Фотоискусство» Ненецкий округ представляет призер регионального этапа Варвара Антипина, воспитанница студии «Блиц» этнокультурного центра Ненецкого округа. На финальный этап она прошла с фотографией «Учума». Стоит отметить, что в номинации «Фотоискусство» Ненецкий округ представит не победитель регионального этапа, а призер. 6 работ мы их выбрали, и были они направлены в город Санкт-Петербург. И из этих 6 работ жюри уже выбрало 2, которые попали в финальную выставку. А из этой финальной выставки уже будут выбраны уже со всех регионов вот выбраны победители. И отрадно или неотрадно заметить, что в данном случае, допустим, если изобразительное искусство победитель мы направили, и она действительно прошла победитель, то в фотоискусстве мы здесь был выбран победитель, но именно жюри в Санкт-Петербурге наиболее выше оценила работу, допустим, Антипиной Варвары, которая была не здесь не победителем, а призером этого конкурса, то есть там независимое жюри. Представительницы Ненецкого округа приглашены в Санкт-Петербург для участия в финальной выставке творческих работ победителей и торжественной церемонии награждения. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.